Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем с вами готовить салатик калейдоскоп. Он готовится очень просто, получается нереально вкусным, свежим и легким. Попробуйте, не пожалеете. Что нам для этого потребуется? У меня отварная индейка 100 грамм, можно взять куриное филе или другое любое мясо, которое вам нравится. Кукуруза у меня 2 столовые ложки. Один огурчик, один перец болгарский, одно яичко, майонез, и в конце вы добавите соль по своему вкусу. Итак, приступим. Берем нашу отварную индейку и нарезаем соломкой. Перекладываем в тарелочку. Далее берем болгарский перец, очищаем. Также нарезаем соломкой. Перекладываем в тарелку. Далее огурец. То же самое с соломкой нарезаем. Яйцо с соломкой нарезаем. Далее высыпаем кукурузку. Совсем немножко присаливаем. Я не люблю много соли, вы можете добавить побольше. Заправляем майонезом. Все тщательно перемешиваем. Наш превосходный салатик готов. Всем приятного аппетита! Пока!